Так, а что нам на завтра обещают синоптики? Так, товарищи синоптики обещают нам всего 20 градусов. И оставайтесь на нашей волне. Ну что, ребяточки, всем привет! Сегодня у нас 30-й международный марафон «Белые ночи». Мы готовы бежать. В общем, мы бежим ближе к старту. Сейчас разведаем, как там дела, и уже будем стартовать. Доброе утро! Напутственные слова быстренько! Я вас всех жду на финише. Бегите быстро, но здорово! Спасибо! Антон Уйт пожелал нам удачи! Пошел отсчет времени. Пройден 25 километров за плечами, есть мозоли уже, я чувствую, мои кроссовочки после стирочки стали, сука, маленькие, но ничего, мы добежим до конца. Фу, солнышко местами просто ядерно припекает. Все прошло просто супер, добежали, ноги, конечно, немного подводили, но это не беда, мозоли на 20-м километре уже были отличные, и сейчас я делаю концовочку с массажем, кроссовочки, как видите, у меня здесь, спасибо, все. Молодец! Спасибо, спасибо! Мощный финиш, много болельщиков. Питер, спасибо. Всем спасибо.
здорово. Ой, спасибо большое. Вот такие вот крутые медали в этом году. Налево, водичка. Ага, спасибо. Стоим в очереди за шмотками. Стоим, да, очередь такая уже улиткой заворачивается уже тут в очереди, отдыхаем. Ванька сегодня все-таки пробежал сегодня свой первый марафон. Кстати, нелегкий марафон, я бы сказал, потому что был ветер, было жарко, солнышко подпекало, как обычно. Этот марафон, ну, не обходится никак без солнца, не бывает такого, чтобы было прохладно. Обычно, ну, да. Ты время там забалил свое, когда финишировал? Ну, нет, же смс уже пришло. А, да ладно, да. Фига, все так быстро. 4.19. 4.19, Ванька, короче, нормальный результат первый. 19 минут. Ждем его теперь в Москве, на московском марафоне. 22. Я надеюсь, там результат будет лучше, потому что будет уже более прохладнее. Ну, конечно, там будут корочки, но мы его, если что, подтолкнем сзади, да? Давай, я тебя поздравляю, подруга моей стельки. Отлично. Все, а мы стоим дальше. Друзья, а это наш спортивный фотограф. Ну-ка, скажи, как тебя найти? HelloCastPhotos, хэштег. Так что, ребята, не забывайте по этому хэштегу искать спортивного фотографа. У него самые лучшие фотки в Питере. Да и не только, в принципе. Да. Перехвалишь. Да нормально. Ладно, все. Всем привет. Так, а еще кто-то у нас там бежал, по-моему, ультрамарафон или суточный бег. И сегодня здесь, в этом финишном створе, они должны финишировать. По-моему, они бежали за радио «Зенит». 89,7 километров, прикиньте, в итоге представьте это просто мощные ребята. К сожалению, я не знаю, кто они, но дай бог я увижу в интернете, на ютубе, вконтакте их видео, как они пробежали. Надеюсь, они просто бодры, заряжены позитивом и энергией, финишируют здесь без каких-либо травм. Ну и, конечно же, с улыбкой, а мы им желаем удачи в этом. Молодцы, парни, ультрамарафон — это тоже круто. Вот, в принципе, наш 30-й международный марафон «Белые ночи» 2019 подошел к концу. Погода огонь, спортсмены, настроение у всех просто зашибись. Скажу одно, никогда перед марафоном не стирайте свои кроссовки, потому что, как я уже убедился на своем опыте, они уменьшаются, как и уменьшились мои. С чего я на 22-м километре понял, что мои ноги просто мозолистые. Ну и, конечно же, финишировал я, сняв кроссовки. И это было очень здорово, это было как-то по-новому. Блин, я себя почувствовал мастером спорта, потому что скорость у меня увеличилась на финише. Может быть, это какая-то эйфория. В принципе, готовьтесь к марафону. Всем удачи, легких ног. Встретимся с вами уже на следующих, ближайших соревнованиях. В общем, всем привет! Это было круто!